победили! Всем привет, с вами Магнита, и сегодня у нас обзор режима Разгром Супер Сити. Три игрока против мегамонстра. Сможешь ли ты одолеть мегамонстра и спасти город? Действуй сообща с товарищами по команде, чтобы выжить это чудовище. Ты сможешь возвращаться в бой, пока жив хоть один товарищ по команде. Ну, естественно, я победю этого монстра. Давайте Что ж, давайте начнем. Какая годзилла прям разрушает город. Ну, давайте уже начнем биться против него. Вот. Что-то он вообще на нас не нападает. Да, это, конечно, жесткий режим. Но мне не кажется, что он похож на бой с боссом тоже. Ну, даже очень похоже. Ну, а только тут этот... Это Годзилла разрушает город. Хорошо. Но нет, я умер. Это так печально. Что ж, Димон и Вегиджиксы. Я не знаю, как это читать вообще. Что ж. Блин, а этот Димон своей ультой, блин, разрушает этот город. Это вообще не круто. Что ж, это чудовище разрушило 32% города. Ну, я думаю, что мы победим. Кстати, я не знал, что тут добавили какой-то чат. Видимо, это эмоти в бою. Что ж, и мы побеждаем этого монстра. Ура! Мы победили! Да. О, тут даже квест есть какой-то. Пройди уровень в режиме Разгром Супер Сити. Ну ладно, давайте возьмем бойца Макс. Вот, да. И давай пойдем в бой. Кстати, вы видите, вот тут вот такого Серджи. Или как его там зовут? Я специально вам приблизил, чтобы вам было удобно. Мое имя Рус и Кухак 9. Что ж. Мне кажется, это не самая сильная команда, но... Ладно, давайте мы его победим. Так, мы нанесли всего-то 83% здоровья. Как-то маловато. Да вы чё? Блин, зачем эти трамплины тут? О, он ещё прыгает. Это что такое? Годзилла такая, блин. Ох, шит. Нет. Мы даже половину ему здоровья не снесли. Поражение. Удачи в следующий раз. Окей. Чуваки, давайте снова выберем... Давайте кактуса выберем. Все как всегда. Вообще кактус мой любимый боец. Ну, Спайк, вернее. Так, а, кстати, вы видели, какая прикольная у него картинка? О, 2 кактуса и 8 бит. Ну, это прикольно. Команда очень сильная. 8 бит из близи, а кактусы из близи. Ой, фу. Я что-то запутался. Кстати, прикольная ульта у кактуса. Блин, у Спайка. Короче. Блин, это Годзилла, блин, пожирает этот город прям вообще, ну... У нее вообще, насколько у нее огромен желудок, да, или у нее это перерабатывается вот в этих двух бочонках,
или как это назвать. Да, меня захавала эта годзилла. Я не знаю, как она на самом деле называется, но я буду ее называть годзиллой. Восемь бит, один остался. Так, это чудовище пожрало 30% города. Зданий почти не осталось. О, ужас. Да, как живут в этих зданиях люди, интересно мне. И добиваем этого чудовища. Ну, блин, а я хотел добить его. Окей, два спайка, это мощь. Кстати, у него ник был спайк, прикольно. Ну, мы выполнили еще один квест и уже испытание эксперт. Понимаешь, я эксперт в этом режиме. Что ж, отправимся в следующий и одолей босса. А вы заметили там снова этот Вольт, Сёрдж, я не знаю. И теперь там еще и Макс. Ну ладно. Видимо, это как-то связано с обновлением. Так. На, получай. Мне показалось, что он снова застрял. Ну, вернее, застрял. Так, он более стабильней стал все пожирать. Вернее, быстрее. А мы ему только 66 здоровья снесли. 66%. Ну, неплохо, неплохо. Кстати, замедление очень прикольная вещь. Нет, оба товарища по команде пали. Нет, товарищ по команде пали, вернее. Ой, да ладно, ё-моё. Что ж, эта годзилла разрушила 44%. И что? Она еще быстрее и быстрее стала хавать, блин. Да. Кстати, это робот, что ли? Блин, я только сейчас заметил. Или что это такое вообще, я не знаю. Так, давайте кинем в него ульту. Что ж, ё-моё, это очень-очень даже... Это даже легче, наверное, чем бой с боссом. Потому что, ну, в принципе, эта годзилла почти не атакует нас. Она только разрушает этот город. И это очень даже круто. Но если она захавает весь город, то все, конец. Да. Уровень эксперт пройден. Круто. Какая-то новость появилась. Что это было? Значило. Ой, фу, нет. 4 минуты назад какой-то июльский финал, не знаю, что это значит. Ну ладно, давайте еще сыгранем. На этот раз испытание мастер. Я не знаю, если честно, я даже, может быть, и проза кактуса этого. Робзибан. Какой-то... Странно, никнул. И снова эта годзилла начинает жрать Суперсити. Центральная станция Суперсити. Прикольно. Не знаю, что это.
Блин, нет, не хавай, Пэм. Нет, 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 надо. Нет. Фух, она спаслась. Прикольно. Почему она все, вот эта годзилла все не по порядку жрет? Я бы на месте ее все вот прям, ну, вот так вот. В общем-то, ладно уже. Что ж. Так, 17% города осталось. И босс злится. Блин, а почему именно босс снова назвали? Почему не Годзилла там, например? Почему не чудовище злится? По-моему, так было бы круче. Ну, ладно. Что ж, 2% города осталось. Ой, ладно, мы прокакаем. Да, 2% осталось. Ну, ладно, что ж, чуваки, на этом мой видос подходит к концу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Адьос.